стратегия ориентирована на то, чтобы как можно больше людей в нашей стране могли регулярно делать прививки от самых разных инфекций. Для этого должен быть расширен национальный календарь прививок. Пойдут на строительство, ремонт, новое переоснащение ФАПов, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах, а также городских поликлиник, центральных и районных больниц.